100 килограммов на стене. Одесский художник Кирилл Бондаренко собрал в своей мастерской уникальное панно из ретро-фотоаппаратов и объективов. Композицию мастер собирал более 3 лет и назвал ее «Черное сердце в наших сердцах». По его словам, этот образ символизирует то, что происходит с человечеством сегодня. Юлия Федорова увидела законченную работу одной из первых. Кирилл Бондаренко создал в своей маленькой мастерской картину в человеческий рост. Панно занимает почти всю стену. Здесь ровно 100 ретро-фотоаппаратов и почти столько же объективов. Сердце окружено портретами из газет и журналов, слегка заретушированных белой краской. Треть коллекции мастеру досталась от отца. Остальные долго и скрупулезно выхаживал на староконном рынке. Мне пришлось проходить все эти 3 года сотни километров и зимой, и летом, и весной, и осенью. Выискивая их у бабушек, у дедушек. Собрав 100 фотоаппаратов, мастер начал выкладывать композицию по деталям. Каждый фотоаппарат составляет мозаику. Все сделано аккуратно и продумано до мелочей. В этой картине собраны все легендарные советские фотоаппараты. Многие из них уже раритет. В основном участвуют фотоаппараты Феды, Зорки, Смены, Вилли и Зениты. Свое панно мастер назвал «Черное сердце в наших сердцах». Для него эта картина – символ современного человечества и наше отражение. Сердце как символ навязанности нам через, можно сказать, через объективы всей нашей жизни. От любви до желудка, к сожалению. То есть человек, даже сейчас не замечая, когда идет в магазин, покупает те продукты, которые ему появляются на экране интернета, либо телевидения, либо в газетах. Объективы, по словам Кирилла Бондаренко, тоже имеют в этой работе большой философский смысл. Это то же самое, что человеческий глаз, образ, который можно осмысливать часами. В какие руки и капиталы, естественно, он попадает, так и визуализируется наш мир. Сам объектив, в принципе, это уже является символ нашего бытия вот современного. Панно весит больше 100 килограммов. Кирилл Бондаренко хочет подарить его одесситам 14 февраля, в День всех влюбленных. И активно ищет галерею, которая захочет выставить картину у себя. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.